А эти русские недовояки авиабомбу теряли. Серьезно, авиабомбу в Петровском районе Донецка. Лежит неразобравшийся снаряд. Я не знаю, что это за снаряд. Взрыватель, все как положено. И тому прочее. В огороде у пенсионеров. Получается, вот люди живут, а эти МЧСники приезжали, что-то покрутили головой и уехало, и уехали. Хотелось бы обратить внимание просто на то, что такие вот снаряды лежат у людей в огороде, возле дома. Вот дом, уже неоднократно попадания были здесь. И хотелось бы обратить внимание, чтобы все-таки забрали вот эту непонятную бомбу. Да, вы все правильно поняли. Ракета лежит на пороге дома. Ее уже снегом там нормально привалило. ФАБ-250. Made in Казахстан. Потому что над Донецком самолеты украинские как бы не летают. И попадание в дом не первый раз. Очень интересно. А что вы думаете по этому поводу? Напишите нам в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео. И обязательно подпишитесь, чтобы первыми узнавать о выходе нового выпуска.